Сколько еще идти? Мы сейчас где-то вот чуть больше, чем 1/4. И чуть меньше, чем 1/3. 2/5. Вы хоть поняли, на что вы подписались, народ? Подожди, мы до финала километра. То есть хочешь сказать, что мы идем 1 час. Обратно не хочешь повернуть? Обратно? Да там я уже был, в обрате. Ладно. Посмотрим, что там впереди. Парогенератор. Нахрен нам землянка, зимуха и прочая хрень. Вы тренируете на баджал или куда? Я не тренируюсь. Нет, тебе вопросов нет. Да какие там горы? Сейчас, однако... Да где тут горы надыбало? Сейчас, посмотри. Однако, холодно. Другая. Вон, впереди, если очень это гора, холодно. То я даже не знаю. Не, ну для нас это нормально. Короче, народ, давайте будь это хлебу накромсаем и колбасу. Сказался от помощи, походу, да? Олень воздай! Как там?
Винтерхорс. О, ты злая. Дядя Миша, пусть Олежки вот этот пьют. Давай конья. Есть что-нибудь типа мешка? Попрочнее что-нибудь. Да, надо любить принести. Я выбился из сил, и в доме лесника я ночлега попросил. Нашли какой-то гараж, где для трактора. Сумок это простушный, так и отпустил, и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Эй! Пусть как дома путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Заставая истории, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. На улице темнело, сидел я за столом. Листик сидел напротив, болтал о том о сём, что не среди животных, у старика врагов, что нравится ему подкармливать волков. Мистер Дизайдер. Варта, варта. Я выбираю. Чтобы не скучно, а я. Эти демоны типа снимают на камеру все, что ли? Сдается мне. Сдается мне, сейчас нож достану. Оператор, я сейчас просто закрою на. Согрелся уже или нет? В принципе, да, ты знаешь. Но это не повод снимать меня на всякую. Ложись. Сейчас я еще это схожу. Посмотрю на самолет. Народ, ложитесь, народ. Ты вчера сказал, не хотите ли повернуть назад? Сейчас хочу. Ты лучше поджопник свой сложил. Такая штука прикольная. Колокольчик такой, видишь, вообще не супер. Камера с ней, и так он начинает. Внимание!
Саша, не умирай назад. Я нет. Я загораю. Ты прям гориллы ешь? Да. Гориллы, да. Типа да. Вы что едешь? Писька пожарника, не гориллы, не бывает. Козлина.